Доброе время суток, уважаемые моделисты! Позвольте вам представить обзор содержимого коробки, новинки от фирмы Trumpeter, грузовой автомобиль, военный грузовой советский автомобиль, советско-российский, выполненный в 35-м масштабе, КАМАЗ-43-10. Давайте посмотрим, что там внутри. Итак, вот она, эта модель, большая коробка, 35-й масштаб, российский грузовик, военный грузовик КАМАЗ-43-10. Это вторая модель данного грузовика. Первую выпустила украинская фирма ICM. Ну, давайте посмотрим, что нам предлагает фирма Trumpeter, либо Trumpeter. Длина модели составляет 223 мм, ширина модели 81,6 мм, количество деталей более 310. КАМАЗ-43-10 – грузовик повышенной проходимости Камского автомобильного завода. Это флагман данного завода. Основная часть, даже значительная часть данных автомобилей поставлялась для советской армии. Первая партия была выпущена в 1981 году, причем в качестве трудового подарка к 26-му съезду КПСС. Ну, давайте посмотрим, что находится внутри. Количество деталей достаточно большое. Начнем с литников, как обычно. Предварительно я уже их скрыл в пакеты, чтобы было поудобнее смотреть. Самый большой интерес для меня вызывает, есть ли надпись КАМАЗ на кабине нового части модели. Потому что у ICM такой надписи нет. Ну, как бы она видимая надпись, значимая, поэтому должна быть, наверное, если есть лицензия фирмы Trumpeter на производство данной модели. Ну, окей, хорошо. Начнем с литников. Да, смотрите, есть надпись, соответственно, каких... Дополнение уже не надо покупать, все это есть, соответственно, должна быть лицензия. Ну, по идее должна быть, а там фиг его знает, нам, в принципе, все равно. Но раз надпись есть, соответственно, работы будем делать уже меньше. Завод КАМАЗ входит в состав Российской государственной корпорации Ростех. Да, кому-то интересно. Основное производство находится в городе Набережные Челны. Завод также выпускает и автобусы, и тракторы, комбайны, электроагрегаты, двигатели. Все. Так, диски колес. Что-то уже отвалилось, мы пока выберем в пакетик. Два одинаковых литника. Брызговики. Ну, про качество говорить ничего не буду, но фирма Trumpeter всегда одинаковая в последних моделях, достаточно высокая. Как я уже сказал, это завод является флагманом мировым. Я считаю, что это так, и по количеству моделей выпускаемых и в год, и в месяц, так и по качеству. Может быть, кто-то считает по-другому, но я считаю так. Борта. Сразу скажу, что в комплект входит фототравление. Мы до него дойдем. Сейчас посмотрим кабину. У нас находится в отдельном пакете. Вот так она выглядит. Я всегда уважаю производителей, когда делают вот кабины одной деталью, чтобы не было перекосов, будет стоять ровно. Так, что вам еще интересно показать? Тент. Тоже сделан одной деталью. Сделан имитация такой вмятости. Еще один литник с пластиковыми деталями.
большой. Дальше. Дальше самое интересное, это у нас покрышки. Они у нас резиновые, отличного качества, с надписями, с хорошими протекторами. Есть небольшой шов посередине покрышки, но он почти невидимый, вот скажу честно. 7 покрышек, достаточно твердая резина. С надписью КАМАЗ-4310, стрелка направления. И размер покрышки 485-533. 7 покрышек. Дальше. Ледник. С прозрачными деталями. Лобовое стекло. Боковые стекла. Вот эти, я так понимаю, зеркала заднего вида. Что тоже достаточно неплохо. Линзы фар. Декаль. На большое количество вариантов, а конкретно на какое количество мы посмотрим в инструкции в конце. Сейчас вам покажу, аккуратненько вскрою. Вижу армию Советского Союза, Чехословакия, ГДР, Польша, скорее всего, Румыния. И, скорее всего, это Вьетнам, по-моему. Вот это я не помню, что это такое. Так, вот еще есть прекрасная вещь. Это набор окрасочных масок. Это вообще прекрасно. Тоже есть в комплекте. Далее. Хочу вам сказать, показать, что, как я уже сказал, есть фототравление в наборе. Вот оно. В комплекте идут 3 таких трубочки. Честно говоря, не знаю для чего. Одинакового размера, маленького диаметра. Тоже можем посмотреть в инструкции, что это такое и зачем нам это надо. И, соответственно, инструкция. Напомню, вернее скажу, что артикул модели 01034, 35 масштаб. Такая вот идет рекламный лист. Как раз с этой моделью. И еще какая-то рекламка, еще новинок, ну, соответственно, фирмы Трумхата. Дальше. Инструкция. В виде книжечки сделана. На развороте вы можете увидеть содержимое набора, но я вам и так вам покажу. Начинается инструкция со сборки двигателя, что в принципе очень логично. Такая подробная инструкция, хорошего качества, не глянцевая бумага, но печать отличная на самом деле. Все довольно-таки прозрачно и понятно. Шестнадцать страниц. И лист, вкладка, это мы с камуфляж автомобиля. Нам предлагают сколько? 1, 2, 3 варианта. Выбрать один. Первый это у нас зеленый цвет. Это СССР. Нет, Россия. Жалко, не написано, что это конкретно за прототип. Но, в принципе, и так понятно, что это Россия, первый вариант. Вверху вкладки вы можете увидеть краски, которые необходимо использовать при окрасе данного автомобиля. Данные под производителя Мистер Хобби, Элеганза, Валлехо, Модел Мастер, Тамия и Хамбрал. Так, дальше. Ну, все варианты российские. Соответственно, унифицированная декаль, видно под другие варианты, хотя написано 0.10.34. Не знаю, здесь пока непонятно, почему дано больше вариантов, чем предложено в данной вкладке. Ну, я думаю, что разберемся. Напомню, что артикул 0.10.34, фирма
Трампа-то, либо Трумпетер, как говорят наши русскоязычные моделисты. 35-й масштаб, КАМАЗ 4310. Приобрести данную модель вы можете уже сейчас на нашем сайте i-modelist.ru. Ставьте лайки, если не жалко. Увидимся, услышимся. Пока-пока.